Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы прибыли в центр управления Аполло на, короче, транзите специальном. Мы находимся здесь, и нам надо с ним поговорить. Потрещай, так сказать, по-мужски, сказать: слышь, падла, что творишь-то вообще? Ты давай своих андроидов отучай от этого дела. Нам не надо, они убивают людей. Они небезопасны, понимаешь ты, нет? Куда мне надо-то? Туда пойдем. Спокойно. Короче говоря, кто не в курсе, андроиды сошли с ума, уже которую серию нас терроризируют. Они пытаются нас убивать и вообще насрать на то, что мы находимся в нормальных зонах, в ненормальных зонах. Чего? Да ладно! Да вы угорай! Сейчас пискнул мой, короче, датчик. Неужели чужой здесь уже? Ну как так можно-то? Начальник декомиссии, вы знаете, что ваши андроиды неисправны? Вся группа, которой была поручена инвентаризация нижней жилой зоны, ни с того ни с сего прекратила работу. Они хором начали верещать что-то про необходимость противодействия угрозе. Я глянул схему. Потом ты могла бы пролезть через шахту турбинного вентилятора. Да, там где-то рядом аварийный рубильник. Только даже мог выключить их ненадолго, так что лезть надо быстро. Но на этот раз дело не только в моем личном к ним отношении. Завтра я встречусь со Спедингом и все ему выскажу. Короче говоря, сюда... Куда? Сюда посылают уже сигналы о помощи, о том, что вы что, собаки, творите. Ваши андроиды все уже совсем дались, короче, этого, того самого. И всем насрать, никто их не чинит. Короче говоря, есть какой-то рубильник, нам сказал Рикардо, который выключит андроидов ненадолго. Меня это радует, потому что даже ненадолгое отключение андроидов существенно облегчит мне жизнь. Тем более, что... Что? Я где? Где-то вентиляция должна быть, по-моему. А, я сюда зашел. Короче говоря, у нас же отобрали оружие, насколько я помню. И вам напомню. И теперь пискнул у меня передатчик. Это означает, что чужой, скорее всего, где-то рядом. А если чужой рядом, то мне опять придется от него ныкаться, прятаться, скитаться, скрываться, как собак. Ну, как просто как крыса. Ну, последняя мышь. Потому что раньше я уже привык к тому, что я его шугаю огнеметом. Что он, падла, меня боится. А теперь нет. Теперь опять все по-старому. Теперь я жертва здесь. Я. Не он, а я. И мне это определенно не нравится. Где вентиляция? Тут вентиляция? Нет. А что это такое? Почему я не могу в нее зайти? А, ее, наверное, надо открыть. Вон, ну что? Что-то написано. Дверь заперта. Ну да. Сейчас мы, короче, ее отключаем. Всю эту систему защиты, все эти рубильники, все эти сраные передатчики. Андроиды выходят из строя. Мы быстро по вентиляционным шахтам валим туда. Втыкаем в Аполло отвертку, он перестает работать, и мы выигрываем игру. Именно так все и должно случиться. Все должно быть именно так, как я сказал, как я предсказал. Чего? Ты чего? Что за херня, я не понял. Не контачит, прикинь, с первого раза. Так, вот это, елочка какая-то и буква вот эта непонятная. Отлично. У меня... Вентиляторы. Вроде можно лезть. Ты только давай скорее, пока система не перезагрузилась. Окей, бегу. Давай, я бегу. Чё, как громко-то? Подожди, я не понял, что происходит-то? Все, я добрался до пола. А, все, сигнализация осталась позади, значит, мне ничего не угрожает. Да и тем более таймер здесь никого не включили, а это означает, что можно было не бежать, а спокойно просто так дойти. Я туда иду? Да, все правильно. Не видно только ни хера. Да, будет непросто. Очень непросто. Рипли, чем ближе ты к Аполло, тем слабее радиосигнал. Скоро связь пропадет. Ты да ладно? Ну, держи за меня кулаки. Ты чё, хочешь меня одну же здесь оставить? Вы чё, какие падлы-то все? Сэмюэльс пожертвовал собой, чтобы я сюда добралась. Я должна попытаться. Ты смотри, какие паскуды. Да, для андроида он был неплохим. Опа. Короче, чё за мужики пошли?
Отправляют бабу одну на смерть. То с чужим, то с андроидами, куда угодно. Бабы, бабы, бабы все сделают, баб не жалко, они думают. Ну молодцы, че, красавцы прям, ух, куда мне идти? Не надо сюда, окей. Рикардо, главный вход закрыт. Что мне делать? Я тебя не слышу, Рипли, сигнал слабый. Рикардо? Вот ведь. Рикардо, если ты слышишь, найди другой способ выйти на связь. У меня что-то с наушником. Оружия-то нет! Ёшкин, матрёшкин. Оружия-то нет у меня, я и забыл про это совсем. Как мне андроидов-то убивать? Вы чё вообще? Вы чё? Это чё? О, противогаз. Да неужели? Противогаз — это хорошо. Противогаз мне определенно поможет, я могу в ту комнату сейчас пройти. Потому что в эту комнату пошел андроид куда-то. Это плохо. А хотя здесь, наверное, можно газ выключить какой-нибудь улиткой. Аполло просит вас проявить терпение во время тревоги, связанной с централизацией опасности. Уровень тревоги Омега, спасибо, пожалуйста. Спединг, произошло что-то невероятное. Нашлись желающие приобрести Севастополь. Станцию уже готовились демонтировать, и вдруг такой поворот. Сколько было сделано презентаций, сколько проведено экскурсий, и вот как выяснилось, не зря. Переговоры вовсе не зашли в тупик. Кто-то в головном офисе просто щелкнул пальцами, и все сразу сложилось. Только что пришло подтверждение. Аполло получает пакет новых операционных правил. Только никому не говори, пока новость не сообщат акционерам. Вот это поворот, а? А, это в натуре поворотик. Че ты его снимаешь? Одень и сиди в нем постоянно. Так. Ой, мы как-нибудь другой дорогой пошли совершенно. А, не одинаковые. Тут, короче, симметричное строение. Но мы здесь пройдем, потому что нам дали противогаз. Я думаю, надо же его использовать в любом случае. Сними его. Спасибо. Короче говоря, если дали противогаз, то лучше пользоваться им и идти там, где он есть. Так будет гораздо безопаснее. Два. Их два, они в двоечка там сидят, прикинь. В двоечка, собаки, в двоечка, в натуре. Смотрите. Короче говоря, у меня же есть эта мина. А мина их должна отключать. Соответственно, пока они отключены, может, я успею их ключом перебить? Почему нет? Они перемещаются еще, прикинь. Надо как-то вон туда проскользнуть. Нормально. Пока все нормально. Так, все правильно, надо куда-то туда попасть. Где они? Один где-то здесь. Главное не нарваться. Так, их нет, отлично. Главное на них не нарваться, иначе будет печаль. Андроида узнать легко. Проскочили. Так, спокойно. А, нет, подожди, использую ее. Во, а теперь давай еще одну скрафтим. Скрафти. Пригодится. Буду ходить с миной. Мина их, короче, нормально вырубает. Буду ходить с ней. Так, подожди, надо на нее сразу запчастей еще накидать. Пока они не просрались у меня. А то еще догадаюсь что-нибудь другое сделать. Вот, так отлично. Куда мне дальше? А, дальше все правильно. Дальше я... Это что такое? Какой-то знак восклицательный. Может, туда надо зайти? Давайте посмотрим. Ух, ну тут, конечно, это... Графика графикой. Вроде все пластмассовое такое, пластилиновое. Но оно все равно классно прорисовано в конце-то концов. Чего-то все работает, какие-то сигналы. Он... Профилактика на Первом канале такая же была раньше. Но это все классно. Посмотрите, сколько проводов, сколько тут рисовалок всяких. Да, надо было, конечно, играть более... Андроиды. Ренсома нигде не видно. Похоже, базовые параметры безопасности андроидов в
входят в конфликт с новым режимом противодействия угрозе и просто перестают работать. Связь пропала. Похоже, не случайно. Господи, они сейчас вломятся. Скажите Сюзанне, что я ее люблю. Окей. Сюзанна. 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 Он тебя любит. А, короче, это... Что хотел сказать? Надо было изначально графику делать потемнее. Но вы сами прекрасно понимаете, что если сделать абсолютно темно, то нихера не будет видно. Такие проблемы. То есть YouTube, он вообще что-то так там... Все это... И качество он, конечно, урезает. И... О! И качество урезает он. И темно как-то делает. Потом, если ты додумаешься невзначай так улучшить видео средствами YouTube, это будет вообще печаль полнейшая. Многие говорят мне, что записывая видео в 1080, в 720 смотреть невозможно. Это на телевизорах и на всех. Ребят, не надо врать. Вот, не надо реально врать. Я сам смотрю некоторые видео в 720 тоже на телевизоре. Тоже с разрешением в 1080 телевизор, сколько там, короче, большой телевизор. Так вот, разница между 720 и 1080 абсолютно нет практически никакой. Я в натуре говорю, чтобы увеличивать качество видео, надо увеличивать битрейт у него, а не сраный картинку, размер. Так вот, плюс к тому, что я буду рендерить его в 1080, пытаясь получить сомнительную прибавку в качестве, у меня видео будет рендериться в 2 раза, а то или в 3 дольше. То есть, понимаете, чтобы в день смонтировать 3 видео и срендерить их, уходит где-то в районе... Что-то там часов 5. То есть, представляете, у меня 10 часов тупо будет рендериться видео. Мне записывать его будет некогда. Вот еще в чем прикол. Понимаете? Поэтому не надо врать, что в 720 отвратительное качество нельзя смотреть. Можно смотреть. Это все YouTube. Я тут ни при чем. Отмазаться. Я умею. Так, отлично, кластер я что включил? Левого полушария активен. Кластер правого полушария активен. Так, все, отлично, мы включили полужопие его полу, теперь можно с ним поговорить. По-пацански разрулить все эти проблемы, нам теперь надо вернуться туда. А, можно, конечно, пройти по этой стороне, тем более, что по этой стороне мы еще с вами не ходили. А можно пройти по этой. А, тут на обе стороны надо идти, понял, все, погнали. Я-то думал только на одну. Ну, пойдемте сначала сюда. Здесь мы, в принципе, еще не были. Обыскать правую панель управления. Окей. Короче говоря, симметричные схемы здесь этого бункера, или как это назвать, этого комплекса. Где собака? Прям здесь где-то. Вот он. Отлично. Пойдем за ним. Мы же правильно за ним пойдем? Правильно, пойдем за ним. Только бы он не повернулся, короче говоря. Иначе придется его бить. Точно, точно, чувак, запомни эту фразу, говорю ее всем подряд. Можно было, наверное, его обогнать. Не факт, конечно. Мне интересно, куда он дальше пойдет. Он ведь может просто пойти туда же, куда мне и надо. А может повернуться. Если он повернется, будет печаль. Нет, ты посмотри, пес, он идет туда же. Аж ухо зачесалось от него собака. Но если он нас и запалит, в конце концов, можем в ящике спрятаться, если уж на то пошло. Ой. Да-да-да, чувак, иди кабель чини, так, все правильно. Если я это подключу, то наверняка доберусь до баз безопасности Аполло. Че подключишь? Не надо мне ничего рассказывать. Обыскать правую панель управления. Привести к ядру. Без электричества никуда. И что это значит? А, так у меня револьвер есть, я чего паникую-то? Я в конце, все, типа просрал такой патроны для этого и думаю, что ничего не получится. У меня же револьвер есть. Ну худой-то конец. Патрон для него тоже до хера, по-моему. Какой? Какой револьвер? Че я несу-то? У меня нет револьвера, у меня оружие все отобрали. Ой. Не надо, чувак, не надо ничего рассказывать. Отвали от меня. Ай, хорошо, два их, два, бежим. Все, прячемся. Пусть они меня ищут где-нибудь здесь. Вот сюда. Они должны сюда прийти. Они идут, нет? Да-да-да, это ошибка, чувак, все правильно. Все верно ты говоришь, ну, умный андроид, умничка. Иди отсюда. Какой найдешь? Это же ошибка, чувак. Где они? Из-за вас я зря трачу время.
И свое тоже время. Прикинь, какая я паскуда, да? Вы что, шутки шутите? Идрил ебаный аркинь. Должен был добавить он. Он прошел куда-то. Наверняка это просто ошибка. Да по любасу. Не, ну можно, конечно, его убить. Ой, да что же будешь делать-то? Паскуда какая. Теперь он будет здесь ходить? Да короче, это сложно. У меня всего 3 М-мины. Я максимум... Максимум 3 андроидов я смогу завалить. Можно, конечно, успеть двух вальнуть. Да ты дурак, шель какой. Сука. Что вы здесь делаете? Ты чё? Ты чё, тварь, не взрываешься, я не понял. Чё за новая модель-то такая? Уйди. Перестань. Чего они творят-то, собаки? Надо здесь все подключать, что ли? На! 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 Применить ОРД к терминалу купола. Газ, 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 отлично. Я так понял, я исследовал одну часть, осталось исследовать вторую. Подожди, а у меня же там этот отключен, как его, сигнал-то этот сраный. Вот, короче, беспредел, сейчас пронесу. А здесь не пустят меня, здесь отключена хрень. Дверь заперта, как ее открыть-то? Хорошо, хорошо, хорошо. У них там был какой-то этот, как его называют, щит электрический. Возможно, в нем стоит что-то включить. Сейчас разберемся. Где эти собаки? Открыть достижение — это восхитительно. Серьезно, что ли? Спасибо. Меня хвалят, прикинь, меня хвалят. Вот здесь это был какой-то этот. Не вижу ни хера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как ее открыть-то? Я не понял тогда. А, может, по канализации, да, попробуем? А, ну да, я же включил какие-то эти. Так, не сюда. Я же включил какие-то терминалы в конце-то концов. Туда теперь можно попасть. Спокойно. Они, может, отсюда все туда ушли? Теперь ищут меня там. Какая-то мина, короче, говнище вообще полнейшая. Так, где теперь? Вот на другой стороне. А, вот, отлично. Сейчас проберемся. Андроид туда попасть-то не могут, правильно? Хорошо, замечательно! Все, это что такое? Недостаточно энергии. Твою мать, где-то все-таки переключатель надо какой-то включать. А с этой стороны тоже недостаточно, окей. Ядро, что ли? Похоже. Помните в этом, в Dreamfall'е, такая же херобора была огромная просто. Тоже здоровая, там два ученых шастали. На-ка. Отлично. Так, куда мне что применить надо? Где-то здесь надо что-то применить, давайте применим. В Dreamfall'е такая же херня была. Очень классная игра, не знаю, почему там некоторым не нравился, но там такой сюжет классный, а вы так себя ведете, где? Не... Ослабить защиту Аполло, ты чё?
Это нереально вообще успеть. А где ее ослаблять? Как я ее ослаблю-то? Вы че? Ты видел, там нереально за это время успеть не было. Вот, наверное, да? Вот здесь, по-любому. Мы сейчас включили энергию, чтобы вот здесь вот что-то провести. Потому что за одну секунду нереально что-то набрать. Я не такой задрот. Во, точно, отлично. Так. Надо по белым этим успевать. Тихо. Опа. А, Enter. Тьфу, ты не ту нажимаю. Давай еще раз. Оп. Давай. Еще две. Вот еще одна. Оп. И вот тут вот. Оп. И вон там. Ах, не успел. Не буду рисковать. Нет, он мне не надо. Ну где вы? Где? Ну давай, иди сюда. Да гребаный ты хакер, давай нажимай. Хорош. Так, одна защита ослаблена. Вылази. Осталось ослабить еще одну. Хера, тут все в каких-то полочках. Классно так. Так, а около той тоже должна быть кнопка, правильно я понимаю? Ну да, точно. Ага, я пол, и все, твоя защита, короче, никчемное говно. Я ее взломал просто руками, представляешь, руками, баба. Баба руками взломала защиту супермощного хер тебе. Че это хер тебе? Ага. А это что? Left и right, балансировка значений, enter подтверждение. А что надо-то? Посередке, что ли, надо? Ах, это взламывает. А, вон, 88-51. Так, что ли? Это облегчит мне задачу. Отлично! Эксперт систем Сиксон, прикинь, ход зарабатывания достижения. Ну я вообще четкий парень. Разобрался, молодец. Можно сохранить стиль на всякий пожарный. Опачки. Не, ну а что, сейчас я, короче, поговорю с Аполло, и придет сюда какой-нибудь мудолло. Или целая пачка этих упырей. Они в сраном даже своем этом скафандре не чуют ничего, представляешь, на них амины не работают. Беда. Давай. Ну, сейчас оно слабенькое вообще будет. Ну да, смотри, обычное. Так, так. И вот так. Все, Аполло, ты взломан. Говно ты, понял, а не компьютер. Ты чё, мать, затряслась-то? Чё-то всё посветлело, чё-то всё затряслось. И чё делать? А, внутрь надо зайти. А где вход? Да не трясись ты, ну! Где-то должен вход открыться. Здорово. Тут должен сидеть мужик, все должно быть в белом. Это кабинет, как в Матрице, в первый, по-моему. Или в какой там. Нихера. Так, Аполло, ядро запускается, сбрасывается. Отключить андроидов. Ответ отрицательный. 10 приказов ее 939. Че? Почему вью? Этот комплекс принадлежит Вайланд Ютани. Документ о покупке получен 21.11.2037. Через 2 дня после нашего вылета? Серьезно? Что за особый приказ 939? Главная задача – защищать образец, поддерживать карантин на станции и препятствовать всем видам связи. Все остальные цели вторичны. Сволочи! Они, смотри, какие собаки! Существа на станции нет. Существа больше не на Застополе. Приостановить действие особого приказа 939. Что? Ответ отрицательный. Запланировали результат сканирования, реактор не обнаружен. Черт. Смотри, какие паскуды, короче, наши-то. Нас отправили сюда. И после этого, короче, купили этот корабль. Вейланд Ютани на самом деле не псы.
как мы думали. Точнее, Сикстон не псы на самом деле, как мы думали. Псы, короче, в Вейланд-Ютоне. Они купили этот корабль специально, чтобы изучить, короче говоря, чужого. И эта баба, которая очкастая тварь, она об этом все знала и специально с нами полетела. Да ладно. Вот это, короче, интриги. А что надо теперь? Выйти из-за пола под его ядром. О, нихера вниз полезли. Вот те раз! Вот это... Я вообще, короче... Их надо казнить. Поехали. Вейланд-Ютоне, мы строим лучшие миры. Ты посмотри! Ты посмотри! И ведь надо было, сука, все так, короче, законспирировать, чтобы я нихера не понял до этого момента. Эх и паскуды! Эх и твари! Ну ты на них посмотри, ну ты они... Я вообще ничего не понимаю. Точнее, я все понимаю. Это бывает очень редко, когда я все понимаю. Но зачем это так было сделано-то, я не понял. Вот-вот, сука, пидорас, а... Так, журнал основных взаимодействий. Класс. Взаимодействие с людьми получен в запрос на отправку сообщения по внутрикорпоративной связи. Исходящее сообщение представителям Вейланд-Ютоне. Одобрен к отправке и просмотрено. Так, это всякая хрень. Спединг — это ренсом. Поскольку станцию покупает Вейланд-Ютоне, сейчас особенно важно, чтобы передача самописца прошла без сучка, без задоринки. Да, они мелкие сошки, ничего не знают о сделке. Но что будет, если до них дойдут слухи о пропадающих людях? Я не хочу раскачивать лодку, так что давай постараемся без этого обойтись. Мне еще хватало, чтобы покупатель... А, еще не хватало, чтобы покупатель в последний момент передумал. Ой, подожди, не то нажал. Здесь ничего нет, здесь ничего нет, здесь ничего нет. Смотри, смотри, они все правильно сделали. Они сделали так, чтобы мы не должны были до этого догадаться. Поехали. Открыто достижение, консультация. Че, я кого-то консультировал? Я тебя проконсультировал, правильно, по сюжету игры. Ну, смотри, Steam, короче, видит все это и достижения мне выкидывает. Я тебя консультирую, он это видит, я выигрываю, мне приходит достижение. Ха-ха, нормально вообще. Я четкий парень. Да. А ты как думал? Ну, эти напрягают. Рикардо, слышишь? Слышу. Ну, какие новости? Аполло действует по протоколам Вейланд-Ютоне. Что-что? Сиксон продался. Аполло не снижает уровень угрозы. Якобы какие-то проблемы с реактором. Но ты же из Вейланд-Ютоне. Прикажи ему заткнуться и делать, что говорят. К сожалению, я мелкая сошка. Так же, как Сэмюэльс или Тейлор. Если бы мы что-то значили, Аполло не стал бы торопиться нас убивать. Вот, короче, да. Вот это да. Не, ну Вейланд-Ютоне изначально, короче, уже стали круче, чем Сиксон. Во-первых, я даже представить себе не мог изначально, что Сэмюэльс это андроид, а он оказался андроидом. Хорошим андроидом, в принципе-то. И ведь так его грамотно сделал, он не проставил эссе, падла, которая ходит, вы не там находитесь, мы вас сейчас, это... А он разговаривает человеческим языком, у меня даже чувство есть. Ему было приятно, когда я жалел о его смерти, представляете? Вот те раз, вот те Вейланд-Ютоне, вот так псы. Кто здесь? Нет никого. А здесь кто-то есть сейчас? Подожди, кому она сказала о несанкционированном проникновении к ядру? Если она кому-то об этом сказала, значит, кто-то есть. Чё ещё? Так, а попасть в реактор. Ядро Аполло, схема охлаждения реактора. Тут я думал, чужой прям уже льется у него изо рта эта слюна. Прям не может, он не терпится ему меня сожрать. А нет, это всего лишь какое-то говно. Да, здесь что, можно нажать? О! Чё ты? Включить вагон, да? Какой вагон, я не понимаю. Подожди, а у меня же еще шокер есть, в конце-то концов. Я же им могу, наверное, кого-нибудь шандарахнуть. До кучи. Ничего не слышу. Андроиды бастуют, так что я нашел себе с помощью людей. Один из них пошел в цех и пропал. Мы проверяли, там никого нет. Выйти оттуда было некуда, разве что через вентиляцию. Но он бы не пролез. Мы не знаем, что делать. Вроде работать нельзя, все-таки человек пропал.
А где искать, непонятно. Закончится смена, сообщу Уэйтсу. Давно пора. Так, смотрите-ка, мы откатили вагон, чтобы тупо сюда попасть. Я думал, мы уже начинаем что-то делать, что-то ломать, а мы просто катаем вагоны, представляешь? Пошли, открывай! Так, спокойно. Чё по приборам? Нормально все. Куда мы идем вообще? Мы идем куда-то сюда. Ууу, реактор, смотри, как далеко, нихера себе. Полдня будем до него идти. Опа. Так, на радаре никого, соответственно, пока бояться некого. А, подожди. Она же, когда писала в этот свой сраный компьютер, она сказала, что чужого на станции нет, все безопасно. Технические работы запрещены. Нахер иди. Она сказала, что чужого типа на станции нет. Или может она на понт решила его взять? Опа, андроид, хорошо. Она, наверное, решила взять его на понт. А может быть, его действительно на станции нет? Если его на станции нет, это очень прекрасно. Да ты чё? Я до тут никогда в жизни не дойду. Зато здесь можно прятаться от андроидов. Вон они. Опа, чё там? Камеру выключить. Отлично. Тихо. Питание камеры срочно отключить. Срочно отключить эту говно. Давай. Так, питание камеры выключить. Очистка воздуха включить. Все. Спокойно вылази. Так, все, камера готова. Теперь определяем, куда надо идти. Срочно. Что это? А, воздух, очистка пошла. Нормально. Определяем, куда надо идти. Я не вижу ничего, выключи нахер! Ой-ой-ой-ой-ой! Абола. Прекрасный сервис в любой точке Севастополя. Сам себя чуть не подставил, не вижу ни хера! Патроны взять, нахер мне под... Клей? Где? Ой, карта. Клей. Так, ладно, давайте отсидимся в шахте, пока я ничего не вижу. На туре ничего не вижу. Так, отлично, мы здесь. Нам туда. И как туда? Это что такое? Это не знаю. Сейчас разберемся. Опа, идет сюда, черт, смотри. А не, он там встал, погнали. Еще одна камера, что ты будешь делать-то? Так, тихо. Проскочим, отвечаю. Да ладно, сколько камер-то тут? Промеж них вообще не проскочишь. Да проскочишь, ладно. О, нормалек, а там сейчас придется варить. Очень долго придется варить, ладно, хер с ним. Подожди, а этот андроид без скафандра? Его, наверное, миной можно убить. Возьму на всякий пожарный. Так, ее там сделать еще можно. О! Ионный резак! Подожди, какой ионный нахер? Найти мод для ионного рюкзака. Где его взять-то? Есть на карте? Ищи! Ищи! Ищи, как хошь, где хошь, ищи. Молодец! Где отключение камер остальных? Ты вот она, короче, долгая. Смотри, какая длинная. Она ведь запалит только так, собака. Ну ладно. Если он здесь, в принципе, один, этот андроид, мы с ним можем справиться. Тем более он без скафандра, его должна эта мина вырубить. Она же их вырубала в конце-то концов как-то. Это, короче, печаль. Так, вон он там что-то ходит, бродит. Где отключение камеры? Ой, что это? Ой, хорош. Прям четко пришел. Сядь, сука. Вот. Молодец. А теперь вываливаем отсюда.
делаешь-то? Эта тварь почти запалила, прикинь. Сейчас паника поднялась. Все, все, все. Почему нельзя этим ионным резаком выжечь, короче, андроиду глаза? Если андроиду выжечь глаза, он же ничего видеть не будет. Почему она не может догадаться? А хотя он же быстро руки перехватывает. Ну да, ладно. Идея провалилась просто мгновенно. Не успели мы ей воспользоваться, как она уже, короче, провалилась. Отлично. О, это долгая резня будет. Долгая. Поехали. А нет, хотя, смотри, она вообще им быстро режет. Ну правильно, он же ионный. Не какой-то там газовый, не какой-то говно, а нормальный ионный резак. Режет только так, смотри. Этим резаком можно чужого убить. Отвечаю, прям можно. Он мощный, в нем чувствуется сила прям такая, что... О! Давай, давай! Молодец. Поехали. Опа. А вот и я. Куда нам? А, вот туда. В смысле, как туда? Че? А че сюда залез-то? Дурачок, что ли, совсем? Зачем? Не, ну если рассказал найти, я нашел, в чем проблема-то. Может где-то наверх есть поднять-ка? Поднять-ка наверх, по-любому где-то есть. Нету, прикинь. Ой, андроид. И куда я попал? В мастерскую. А туда-то как попасть? Кто-нибудь подскажет мне, нет? Это что такое? Какая легенда? А-а-а, энергосистема, лестница, место резки. Понятно, ничего не понятно. Чего она сейчас сказала? Она сказала, внимание, короче, интересы компании в опасности, все андроиды, короче, готовьтесь. А сколько тут андроидов всего? Давайте попробуем все сделать аккуратно. Я зачем-то зашел в какую-то мастерскую. Усилить меры безопасности. А мне куда надо-то вообще? Вон, надо включить. Погнали. Себе объясни, мудила! Так, надо прятаться срочно куда-нибудь. А мы, в принципе, сохранились, давайте попробуем его убить. Ой-ой-ой, вот так. О, хорош. Хорош! Нормально, все! Все, сука, подходи, следующий, давай, падла! Кто еще? Ты что ли? Я тебе дамще! Мы всех убили. Молодцы. Это что? Дверь заперта. А, вот, наверное, что-то отключить. Давайте попробуем. Андроиды дохнут прям как собаки от ключа. Нормально. Так, вон там теперь надо включить, да? Погнали. А, здесь еще? Да тут ты будешь делать-то? О! Да я б тут ползал, короче, неделю! Так все гораздо быстрее и проще. Отлично. Дальше чего? Ты теперь заработал у меня, нет? Во, отлично. А зачем я ей управляю? Не знаю, ну короче, зачем-то я ее управляю. Чё еще? Дверь заперта. Чё ты будешь делать-то? А где еще чего?
Вон там какой-то восклицательный знак. А, вот еще дверь, точно. Ты что ж ты будешь делать-то? Включить лебедку. А! Как все запутано здесь! Давай, 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 давай. Хорош. Ну, я надеюсь, ты как бы не упадешь. Нам туда, что ли? Походу, да. Ладно, туда так туда. Давайте сохранимся. Сидеть, сохраняшка есть. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях, ребятушки. Всем пока, мы уже практически, наверное, подходим к развязке игры. Потому что я чую, я уже в центре. Я просто в цитадели зла нахожусь. Я уже туда скоро приду и всех убью. Наверное. Сколько у меня имен осталось? Одна. Одного точно убью. Всем пока. Раньше здесь был мат.